Всем привет! Мы находимся в Байкленде на Каширском шоссе. Сегодня я хотел бы рассказать вкратце о масках итальянской фирмы ProGrip. Сегодня рассмотрим маски как от простых, с анти-скретч, без антифога, самые популярные, самые бюджетные. И выше возьмем такую модель, да, полностью прозрачная линза классическая, также в комплекте 10 отрывных грязевых пленок и запасной фильтр, тоже прозрачный. Дальше у нас есть также линзы «Хамелеон», которые идут с автозатемнением, то есть солнышко есть, оно тонирует, солнца нет, оно прозрачное. В принципе, в условиях леса этого достаточно, очень комфортно. И посмотрим, наверное, более-менее популярную профессиональных кроссменов, которые занимаются, да, это маски именно с грязевыми лентами, которые дергаются, и стеклышко становится чистыми. Поговорим еще о плюсах и минусах зеркальных и прозрачных линз. Прозрачные линзы очень хорошо в темноте, где-то в тени, то есть лучший обзор идет. Но, опять же-таки, когда солнце в глаза все попадает, можно куда-нибудь, так сказать, врезаться в дерево. Но зеркальные линзы, соответственно, на солнечную погоду, ну и в темное время суток достаточно не очень. Ну, выручает ситуация «Хамелеон», соответственно, и солнце, и темень, то есть для всего, так скажем. В данной линейке множество расцветок. Также в наличии имеются запасные фильтры на любые модели, что старые, что новые. Огромное количество масок от компании ProGrip можете увидеть в салонах BikeQuest. Всем спасибо за внимание, всем пока!